Всем большой привет! Сегодня я буду готовить гуляш. Возьму кусок свиного мяса и нарежу. До конца я мясо не стала размораживать, чтобы легче было нарезать. Свинину я буду нарезать на такие вот кусочки. Я отправлю мясо в разогретую сковороду с растительным маслом обжариваться. И пока мясо будет обжариваться, я в это время подготовлю овощи. Мясо обжарилось, и к мясу я добавлю нарезанный мелко лук, чеснок и натертую морковь на крупной терке. Минуты две обжарю. Добавлю воду. Перемешаю. И буду варить под закрытой крышкой до тех пор, пока мясо не станет мягким. В бокал добавлю муку, налью воды и хорошо муку размешаю, чтобы не было комочков. Муку в воде я перемешала. Теперь в бокал долью воды. И еще раз хорошо все перемешаю. Мясо сварилось. И к нему я отправлю томатную пасту. Соль, сахар, лавровый лист и смесь перцев. Перемешаю. И буду вливать подготовленную муку тонкой струйкой, при этом помешивая. Накрою крышкой гуляш и буду тушить еще минут 10. И гуляш будет готов. Гуляш приготовился. Вот такой вот он получился. Его можно подавать с любым гарниром. Гуляш готовится очень легко. Получается вкусным. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем до свидания, до новых встреч!